Идешь в муниципальный колледж. С твоим-то подходом к жизни сначала в колледж, потом в тюрьму, потом обратно учиться. Может, тогда станешь самостоятельной. А то привыкла надеяться на всех. Девочки, вы упали. Это будет на экзаменах? Или это точно будет в контрольной? Я вам не скажу. Цена уже с твоей скидкой? Да, скидка сотрудника. Обалдеть. Ну ладно. Давайте разбудим эмоции. Поиграем с вами. Кто первый сейчас заплачет, тот и выиграл. Вы готовы? Начинаем. Я тоже участвую. И мисс Петти. Не понимаю, почему я в матике не секу. У папы-то зашибись с ней. А Мигель закончил математический. Ну, возможно, ты в маму. И насколько нам хватит этих денег? Я не знаю. А, ну кто-то ж должен... Хочу в универ типа Ельского, но только чтобы это был не Ель, потому что туда меня, скорее всего, не примут. Всем не вставляет. Ничего? Нет. Мне сказали, что травка норм. А меня вставил! Тюти-тюти-тюти! Хватит! Неужели не ясно? Мы все погибнем! Я не... Стой! Красивый мальчик, хоп, эй! Как жалко, что ты гей! Как жалко, что ты гей! Заходи, пап! Как ты догадалась? Мама ведь не стучит. Эй, я тебе плачу не за флирт с парнями. Я и не флиртовала. А, очень жаль. Ты делаешь все, что вздумается. Это круто. Ага. Не замыкайся в самом себе. Ведь можно быть таким же, как все. Ты сказал, что девственник. Не говорил. Это не так. У меня еще не было. Да, я да, пожалуйста, у меня тоже. Только сама с собой. Я уже 2 года никому не врал. О, Господи. С днем рождения тебя. Парк. Твоя семья.